Всем привет большой. Ольга Прокудина снова на связи. Ага. Сейчас у меня цикл видео. Сейчас покажу. Пампасная трава красивая, да? Какие цветники. Круассан-кафе здесь. Так вот, мы приехали в Зеленоград. Сейчас у меня как бы цикл видео о путешествии. Я сейчас в отпуске. Ну, кого, если не устраивает такой формат, я через какое-то время вернусь, снова возобновим репортажи с дачи, дачные видео. Ну, а пока я показываю местечки красивые Калининградской области. И, конечно, стараюсь показать красивые насаждения, декорации, ну и все самое красивое. Надеюсь, вам тоже интересно это смотреть. Мы идем по проспекту Курортному в Зеленоградске. Ой, как красиво. Зонтики, кофейни, сейф. Вот такая декорация с лимонами. Возле барахольщика. Что-то Вера тут нам хочет показать. Ей очень нравится этот магазин. Атмосферно пахнет маслами. Ой, какие красивые чайные пары. Да? Красиво. Тесновато здесь, в общем, такая атмосфера. Местность Калининграда. А это достопримечательность Калининграда, Хомлины. Мы уже вот такую Ульяну, это, по-моему, да, видели? Ну, вот еще персонаж. 800 и 900 рублей. Можно купить миниатюрки. Вер, ну красивый магазин. Мне картина нравится. Интересный. Ага. Да тут все красиво. И светильники. В общем, ну если нужно сувенир приобрести, то здесь. А мне понравились вот такие всякие открыточки. Старый Калининград. Со двора Восточной ярмарки. 40 рублей открыточки такие. Хороший презент. Мыло янтарное. Ручной работы. Прикольно. Красиво. Очень. Сколько стоит? 200. Приобрела. 550. Коты, да, тоже любят цветы. Смотрите, как красиво. Лежат, отдыхают. Вот красивое здание с башенкой. И тут повсюду красота. Сейчас реставрация вот идет. Очень красиво. Везде прям почти готовы фотозоны. Завтра у нас с соплями будет лежать. Ой, вот здесь тоже композиция какая цветочная. И волк. Это возле магазина одежды так завлекают. Красиво. Вот еще котики. Повсюду котики. Красота. Кошачьи дома. И что там действительно котики живут? Ну да, видишь, котики. Понятно, интересно. А, тут вот выход есть даже. Да, они могут входить. Но люди туда не могут. Входить. Правильно. Все
все продумано. Они здесь дома. Хоть могут отдохнуть. Кафе, встреча. Прекрасное здание. Очень уютно. Вот еще котик. Да повсюду котик. Вот еще котик. А второй кот. Ага. Еще вот здесь вот котик. А им по барабану. Ну, что им? Им здесь хорошо, тепло. Вот еще котик. В общем, сплошные котики. Возле клумбы там. Да, интересный вопрос. Пускают ли сюда со своими кошаками? Скорее всего, да. Ой, здесь много очень таких зон, как фотозоны можно использовать. И вот, очень красиво. Можно на каждом шагу фотографироваться. Потому что здесь очень красиво. Да. Зеленоградск – это, наверное, самый лучший город. Чтобы было интересно. Да, зимой, чтобы украшали и чтобы все соблюдали этот теплый свет. Белый. Ну и правильно. Если гирлянды, то у всех четко белый теплый свет. Зато и красиво, все в одном стиле. Да, туристическое все. Интересная скульптура. Интересная статуэтка. Угу. Тебе нравится? Давай. Видишь там башню? О, да. Это музей кошек. Там просто представлены вещи. А, да, там много людей еще на башне. Там можно подниматься на самый-самый верх и разглядеть даже. Музей Зеленоградска. Ой, вот тоже как типа глициния. Красивые декорации. Колесо обозрения по дороге к морю. Мы сейчас продвигаемся к морю. Тоже все красиво. Поход к морю протекает, проходит, вернее, незаметно. Вот еще. Потому что везде все красиво и интересно. Идти смотреть по сторонам. Раз ты, и ты уже у моря. Вот какой красивый домик. И мы подходим к Розе Ветров. Вот она там, в центре. Сразу с моря такой ветерочек. Так, папаша Бэк, мы хотим сюда попасть. Пока вроде места есть. Поедешь на колесе? Да, я хочу на колесо. Так, мы купили билеты на колесо обозрения. Один билет 500 рублей. Если ребенок ниже 130 сантиметров, вот есть шкала, то тогда 250. Колесо обозрения называется «Глаз Балтики». Сейчас с девчонками. Анюта не едет, мы с девчонками едем. Ваня очень захотел. Вань, ты хочешь на колесо? Все, сейчас поедем. Так, ну что, мы сели в кабиночку. Так, вон морюшка. Это мы с Ванюшей. Вань, помаши. Да, сейчас будет красивый обзор, красивый. Будем любоваться на море. Кабинки закрыты, поэтому все максимально комфортно. Да. Все, успеваем посмотреть. О, мама там на скамеечке. Она меня видит. Анюта на скамеечке нас ждет. Мы машем ручкой. Как красиво.
красиво, безграничное. А вон там вот Пионерск. Ага. В сторону Калининграда. Штормит, но люди купаются. Да. Бесстрашные. Как оттуда прям видно это. Ага. Ой, мы сейчас... Ой, весь город как на ладони, да? Нет, еще мы не на самом. Крыша. Угу. Крыша. Чистая крыша. Как красиво все так. Но мы все должны быть еще выше и выше. Да. Тут 50 метров. Вот мы и на самом верху. Нам все видно как на ладони. Весь город. Вот, друзья, хоть верьте, хоть не верьте. В этом году, месяц назад, мне пришла в голову мысль, хочу на колесо обозрения. В ближайших городах его нет. И вот я на колесе обозрения в таком красивом месте, чудесном. Можно и на морешко посмотреть. Да, вот загадывайте желания, мечты сбываются. Все. Надо у камня правду попросить. Все реально. Все приходит. О, мы сейчас вниз спускаться будем. Угу. Да, ой, какая красота. Спускаемся вниз, начинаем. А мы, кстати, вон тетя Аня. Угу. Ой, так, мы пришли теперь в папаша БП. На побережье здесь вот кафе очень вкусное. Закажем пиццу фирменную. Теплый салат с баклажанами. И вот сейчас напитки себе выберем еще. Очень вкусно здесь. Так, мы сидим не на террасе, а внутрь зашли, потому что ветрено очень. Так. Довольно оперативно нам пришли, принесли напиток. Очень вкусное легкое пиво с таким фруктовым привкусом. Пшенично нефильтрованное. И салат с баклажанами. Вкуснятинка, теплый салат. Так, теперь детские напитки принесли. Ника, что у тебя здесь? Вишня плюс каламанси. Угу. Верочка, как у тебя называется? У меня называется... Агава и жасмин. Агава и жасмин. А Ваня? Милкшейк. Милкшейк. Угу. Так, капрезе принесли. Ой, Вера, какой у тебя прекрасный салат. Впрочем, как и ты. У Веры напиток под ее топ. Очень все стильно, красиво. Приятного аппетита. Спасибо. Ваня, не бери. Ивану принесли бургер. Тут с картошечкой под гранировкой подается и соус вкусный. Так, ну все, давай кушай. Да, бери. Приятного аппетита. Приятного аппетита, Вань. А он же коктейлем наелся. А вот принесли 4 маленьких эсочки пиццы. У нас фирменная папаша. Я не представляю, что будет, если будет эмка. Верочка, у тебя как называется? Ранч. Всего лишь на все. Я уже салатом сыта. А тут еще такая пицца. А тут еще такой громадин. Ну ничего, если что, заберем. И бургер вот такой вот огроменный. А мы вкусно поели. И теперь идем прогуливаться. По променаду. Да, еще бы вкусно поспать. Ой, какие красивые белые цветочки. Пешки, море шумит тут. Дорожка для самокатов отдельная. Да, Ваня? Ванюш, не ходи сюда. Это велодорожка, тут все всякие. С променада мы сворачиваем пока в парк. Пройдемся по парку. Все аттракционы для ребятишек различные. Да? Светофоры для велосипедов, для велодорожек стоят. А, да, точно. Я думаю, что это за светофоры маленькие такие? Народ возмущался, чтобы выкинули столько денег. Знаете, что они не нужны? Светофоры. Не в
каждом городе есть светофоры для велодорожек. Да, у вас есть. А они когда-нибудь красным горят, нет? Не знаю, вон в ту сторону красным горит. Когда пешеход нажмет, тогда надо будет. Пешеход пойдет, а для велосипедов будет. Ну, в принципе, правда. Можно же и так перебежать. Не настолько много пока. Так я говорю, люди велосипедов. Деньги девать некуда, наверное, бабки отменят. Ну. Ну иди теперь. Вон как раз велосипедисты едут, сейчас они вас обзатерят. Ну пошли. Все по правилам. А почему здесь мы велосипедисты? Безобразие. Да, какие розочки вон там. Красные какие розочки. Ребятишек палаточка. Мамочки с ребятишками отдыхают на полянке. Там пруд с катамаранами. Вдоль аллеи тут тоже много-много розочек. Цивилизация, красота. Как там синоним подбирать? Опять красота. О, а там вот какой-то типа ресторана, что ли? Ага. А там пруд. Сейчас дойдем до пруда. Можно сказать, прелесть вместо красоты. Какой прелестный пруд с уточками. Здесь отдыхают на лавочках отдыхающие, так назовем. Какая-то кафешка там, катамараны, фонтанчик, камышовые какие-то посадки с пирсом. Ну, очень красиво, ивы. Красота прям. Вот смотрите, какая композиция микс-бодер в парке. Гортензия крупнолистная, эхинацея. Так, это у нас пеларгонии в горшках. Красивые. Барбарис. Астильбы. Побольше озера. Так, что еще здесь? Хосточки. Ель. Ой, сосна горная. Ель тоже такая небольшая. Дерин. Ну, это довольно молодой цветник. Все здесь в парке. Здесь вот экспозиции с грибами. Много уточек. Очень много их здесь все подкармливают. Вот птичьи домики вот такие стоят. Очень красивый пруд. Если на море ветрено и устали, пришли вот сюда в парк. Здесь очень тепло. Ветра нет. Очень уютно. Полно тоже различных зон для отдыха, кафешек. Все для комфорта. Это просто сказка для отдыха. Это вода, в ней разрослись. Да, ряска разрослась. И такой эффект ковра зеленого. Но что мне здесь нравится? Очень нравится здесь пеларгонии. Красивый это ресторанчик тоже в парке расположен, Зеленоградска. Посмотрите. Все вот у них сделано из, же там крыльцо, ящики навесные, красная пеларгония, вот нарядно очень смотрится, колесо там, можно посидеть и отдохнуть в таком красивом месте. Вот опять про грибочки экспозиция, ивушки вот эти красивые. Так, ребята. Бегали котика смотреть. Ой, ужас. Печально. Да. Болеть, болеть.
про грибы. Вот пока мы гуляем по парку, мы узнаем о грибах. Ну не пинай, Вань. Пошли на сковородочку туда подальше. Там место, где можно позагорать и нагревается. Ну, место такое хорошо, хорошее, солнечное. Волейбольная площадка. А на эту площадку с пляжа же можно забираться? Это зеленоградская сковородка, да. Да, это сделали сетку, чтобы не мельчить. Она тут веков. Просто ее окультурили, поставили. Кто-то загорает, кто-то играет. Она отделена, это место отделено от моря высокой дюной. А, вот, вон она. Да, не дает морскому ветру сильному сюда проникать, и поэтому здесь комфортнее, теплее. Классно. Здесь покупался, ой, там покупался, здесь нагрелся, посидел. Здесь в кафешку сходил. А мы вернулись на набережную и идем в сторону вокзала. Через часок у нас уже электричка. Мы идем на пирс, вернее уже по пирсу. Море прям сегодня сильно волнуется. Давай. Ну, наверное, что-то ловит. Оно того стоит. Что-то ловит, наверное. Ваня пошел, я что-то боюсь. Да, тут молодежь. Ну они прыгают тут отсюда. А? Спрашивается, зачем. Ага, знаешь, что пошли? Очень сильные волны были. Я одного смыла просто туда. Нифига себе. Тоже... Обычно это приезжие. Все, вернулись ребята. Сколько народу все равно на пляже купается, хоть и довольно прохладно. Так, мы назад идем. А потом нам сказали, вот, что... дурмана, они ядовитые, да? Да, ядовитые убрали. А он каждый год его выкапывал осенью, а зимой, весной опять высаживал. Красота! Ну, ядовитое растение.